Благодарю за донатик, Мамука Сральский. Буй на максималках. Да почему это буй? Чего вообще? Somebody one stole me, как говорится. Go. Вольнов. Это он. Опять пранкует. Я смотрю. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Cut to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense that to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Afraid to step through the sheets. Hold your breath. Listen, hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Бля. Hey now, you're a rock star. Get the Ничего show я могу on, сказать, пожары бывают. Рядом со мной был... Даже не рядом со мной, а, короче, когда был... Какой-то крупный пожар был, забыл, про который вся страна говорила. Может быть, даже как раз кинотеатр в Кемерово или что-то такое. Какой-то, не, или какой-то ТЦ сгорел, или еще какая-то штука. И после этого была новость, что в Москве, сейчас скажу, горел ТЦ... Блять, как же он назывался, сука... В Москве, как он назывался, из шести букв, что-то типа не паруса, какая-то, короче, какая-то херь. Суть в том, что я это место супер хорошо знаю, потому что я там прямо рядом с ним, у нас репетиционная база, на которой я лет с 15 постоянно репетировал. Я такой, ебать дела, в тот раз вообще я нехило охренел, забыл, как назывался. Это было на Семеновской, вот. Такой синий. Ну, не помню.